Дамы и господа, юбиляров поздравляет группа «Каскад». Добрый вечер, дорогие друзья, знакомые и еще незнакомые нам люди. Сегодня мы отмечаем 25-летний творческий юбилей ансамбля «Голубые береты». Наших друзей и коллег. Наше творчество началось на одной войне. В одной стране, которая называется Афганистан. И вот уже 25 лет эти песни звучат на различных концертных площадках нашей страны и за рубежом. И если эти наши песни заставят кого-то вспомнить прошлое, задуматься о настоящем, если эти песни помогут вам в беде и будут с вами в радости, значит, и мы живем не зря. И мы с нашими друзьями, голубыми беретами, идем своей дорогой. И хочется пожелать им на этой дороге творческих успехов. Молодцы, спасибо, ребята, вам за ваши песни, новых вам творческих идей, новых песен на этой дороге, которая начиналась на афганской войне. И песня, которая прозвучит, носит название «Дороги». Снова дорога во сне, снова тревога во мне, будто опять я вернулся туда, где я 2 года служил, эту страну не забыл, но никогда, никогда не вернусь я туда. Но не позабыть тех дорог, нет, не позабыть тех тревог, мужество, урок, что той страной нам был дан. Не забудем мы тебя, в памяти всегда храня, близкий и чужой, нищий, но родной Афганистан. Снова ночью вздрогнул я, будто пуля рядом прошла, будто снова бой, и куда-то бежать. Встану у окна, закурю, и на юг печально взгляну, и до утра буду снова тебя вспоминать. Но не позабыть тех дорог, нет, не позабыть тех тревог, мужество, урок, что той страной нам был дан. Не забудем мы тебя, в памяти всегда храня, близкий и чужой, нищий, но родной Афганистан. Близкий и чужой, нищий, но родной Афганистан. Группа «Каскад». Наши друзья, братья, настоящие друзья из города Ярославль. «Каскад». Спасибо огромное. Ну, каскадеры начали на 2 годика раньше нас. В Афганистане в 108-й мотострелковой дивизии. Но а нам...